Одним из самых интересных боев первого соревновательного дня стала схватка боксеров из Южного Казахстана и Алматинской области. Битва была напряженной, и никто из спортсменов не хотел упускать победу на первом этапе. Однако в результате приложенных усилий лучшим оказался алматинец. Сложно было. Первый бой, как всегда, сложно. Соперник достойный был, хороший. Вот третий раунд он. Молодец, короче. Задача чемпионом стать. Ну, если чемпион не получится, хоть 3 боя провести. Я финалист универсиады всемирной в Казани был, 2013. Финалист Казахстана 2012. И в 2014 финалист, это призер универсиады тоже, здесь в Чимкенте. В турнире принимают участие 170 боксеров из России, Армении, Узбекистана, Таджикистана, Туркменистана, Монголии и Кыргызстана. Такие соревнования – хорошая практика для спортсменов, считают зарубежные гости. В таких соревнованиях, в международных турнирах боксеры, спортсмены растут. Мы сами, лично сами участвуем в этих турнирах и у Присканах Баева. Пошли они одинаково, спортсмены одинаково. Кто-то на ногах лучше работает, кто-то блок, кто-то защита хорошая. У нас почти одинаковая школа бокса. Устоять и не вылететь с турнира спортсменам будет нелегко, говорят организаторы. Приехавшие на соревнования боксеры как минимум имеют звание мастеров спорта, а потому каждый бой будет завораживающим и интересным. Выделить определенного фаворита я не могу. Все участники подготовились очень хорошо. Те же боксеры из Узбекистана или Таджикистана серьезно настроены на победу, поэтому мы не будем торопиться с выводами и дождемся финала. Турнир продлится 5 дней. Финальные схватки состоятся уже 15 октября. Рауль Габитов, Талгат Кыргызалиев, Абзал Турабеков, новостная служба телеканала ТВК.